Волчий сад. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. Гипноз осуществляется под присмотром профессионала. Не пытайтесь повторить. Как тебя зовут? Меня зовут Янь. Это мой брат. Его зовут Ци. Как у босса, у тебя должно быть много приятелей. Именно. Посмотрите, снова прячешь закуски. Нужно делиться ими. Зачем? Что ты делаешь? Новенький, не лезь не в свое дело. Не трогай моего брата. Не бей моего брата. Отдай. Что ты делаешь? Отпусти! Отпусти! Я старший брат Янь. Второй брат Юань. Третий брат Ци. В будущем заработаю много денег, чтобы купить бесчисленное количество леденцов для моих братьев. Хорошо? 3, 2, 1. Следующая группа. Три, два, один. Детский дом Тэнсинь. 15-я серия. Сяо-сяо, подойди сюда. Ну же. Развешенное белье не высохнет, если сделать вот так. В следующий раз, когда будешь вешать, не забудь нажать эту кнопку. Так будет лучше. Хорошо. Не беспокойтесь о моем белье, я поняла. Хорошо. Хорошо. Алло. Хорошо. Хорошо, я понял. Пока. Извините, не могу выпить с вами. Срочные дела. Ничего, еще увидимся. Хорошо. Хорошо. Пока. Пока. Ладно, вылезай. Ты что делаешь? Я теперь вся мокрая. Ты правда можешь задержать дыхание? Чего ты смеешься? Твоя голова. Я сделаю тебе бант. Не трогай меня. Выпила вина? Верно. Бутылку. Больше не пей. Больше не пить? Или же больше не пить с ним? И то, и другое. Я в порядке сам по себе. Спасибо.
Ты спросил, почему я не могу сказать ему, что ты в моем номере? Я четко увидела логотип компании, инвестировавшей Суньдона. Диан Фан Групп. Неисправность сигнализации монитора. Такой ситуации у нас еще не было. Мы используем продукцию Лэдзянь. Поставщиком является господин Фань. Это то, что я должен сделать. Если использовать пожертвования, то таким образом будет лучше всего. Инвестором Суньдона является Диан Фан Групп. Суньдон оказался в такой беде. Но Фань Цинь ничего не сказал об этом. Разве это не странно? Алло, ты нашел Сяо Сяо? Да. Отлично. Наведи справки на кое-кого. И на кого? Фань Ци. Я не ожидала, что хуайянская кухня такая хорошая. Прогулявшись, вы почувствуете себя лучше. Кстати, я слышал, вы расстались с господином Линем. В последнее время его работа не ладится. Мы поругались, а после расстались. Это заставило вас расстаться? Какая неприятная у него работа. Его посетитель пытался покончить жизнь самоубийством. Оказалось, что у них были личные счеты. Теперь член семьи самоубийцы настаивает на том, что это Линьшень его подтолкнул. Это было опубликовано в прессе. Шаолинь был вынужден закрыться. Такое грандиозное дело. Наверняка сейчас он под сильным давлением. Вы устали? Вовсе нет. Ци, спасибо за сегодня. Не стоит. Я тоже прекрасно провел сегодня время. Несмотря на то, что мне было весело, я почувствовал, вы не были счастливы. Раньше в ваших глазах было столько света. Я впервые вижу вас такой. Есть кое-что, не знаю, стоит ли говорить. Я имею в виду, чувствую, независимо от того, кто это или что это, пусть прошлое останется в прошлом. Всегда можно найти лучше. Хорошо, я знаю, вы не сможете забыть его за короткое время. Но есть вещь, которую вы должны помнить. Счастье, которое он может вам дать, я верю, что кто-то в будущем подарит вам его. Правда? Конечно. Не принимайте близко к сердцу. Не расстраивайтесь. Идите домой и отдохните. Хорошо. До свидания. Здравствуйте, торт, который вы заказали. Я не заказывала торт. Вы не ошиблись адресом? Сяо. Я его заказал. Это... С днем рождения. Спасибо. Не за что. Мой день рождения завтра. Очевидно, ты запомнил не ту дату и не признаешься в этом. Я выпью бокал в качестве наказания. Хорошо, сначала ты. Твое здоровье.
Сяо-сяо. Пора задувать свечи. Сяо Вэйвэй – самая красивая, самая умная, самая милая, самая сексуальная девушка, которую вы когда-либо видели. Сяо Вэйвэй? Да. Я даже обед вам купила. С таким же успехом можно скормить собаки. Господин Линь, почему вы вдруг вернулись? Правда или действие? Правда или действие? Что вы хотите? Я скажу, если пообещаете мне. Это должно быть разумно и законно. Что если вы не сдадите экзамен? Тогда я буду работать на вас всю жизнь. Наставник, позвоните мне, пожалуйста. Босс звонит. Если не ответишь, босс разозлится. Босс звонит. Если не ответишь, босс разозлится. Замените. Приятно, да? Не сердитесь лишний раз. До свидания, наставник. Наставник, когда вы получили травму, о чем вы думали? О питомце. На самом деле иногда, когда вас кто-то или же что-то волнует, это опыт, который стоит испытать. Я уже испытал, но я не чувствовал себя хорошо. Почему? Потому что, когда ты заботишься о ком-то, ты боишься потерять. Я не хочу снова стать слабым. Ну так ведь слабость — это нормальная эмоция. Доброй ночи, мой питомец. Надеюсь, ты всегда будешь счастлива. Линьшень. Господин Линь действительно приложил много усилий, чтобы оставить меня. К счастью, есть только один обратный рейс, иначе я не смогла бы тебя найти.
Сяо-сяо. Я столкнулся с преднамеренной подставой. Все улики сформировали замкнутый круг. Я даже не знаю, против кого играю. И как это все связано с Фан-Ти? Вот почему я не хочу вовлекать тебя в это. Я знаю. Ты расстался со мной ради моего же блага. Ты оставил меня здесь и вернулся ради моего блага. Но почему ты никогда не спрашивал меня, хочу ли я столкнуться с этим вместе с тобой? Я не хочу этого. А я хочу. С днем рождения! Здравствуйте. Кого хотите увидеть? Могу я узнать, где арендатор? Она съехала. Съехала? Да. Алло. Как приготовление? Действуй, как планировалось изначально. Здравствуйте, вы господин Линшень? Да. Мы из Бюро безопасности Лютена. Пожалуйста, пройдемте с нами. Сюда. В чем дело? Почему вы вернулись? Длинная история. Поехали. Видимо, семья Суньдона отказалась от какого бы то ни было общения. Когда выйдет запись разговора? Мой адвокат связался с полицией. Он сообщит новости как можно скорее. На данный момент нам мало что известно. И парень, которого ты просил проверить... Говори, все в порядке. Линшень попросил проверить Фан-Ци. Фан-Ци — единственный ребенок в семье. Его отец — богатый бизнесмен. В юном возрасте родители увезли его за границу. Недавно он вернулся в Китай. И после этого занялся бизнесом. Инвестирует в компании. Но инвестировал ли Фан-Ци в компанию Суньдона и имел ли он связь с Суньдоном, до сих пор неизвестно. Господин Шао, вы сказали, Фан-Ци — единственный ребенок в семье. Верно. А что? У меня есть история. Хотите послушать? Жили два брата. Младший был непослушный. Создавал проблемы. Значит, это вы были непослушным братом. Как могут быть две разные версии одной истории? В одной единственный ребенок, в другой есть брат. Здравствуйте, Цзоянь. Господин Шао, эти ребята снова правду. Бунтуют у главного выйти входа. Через черный ход. Нет, там тоже сейчас люди. Я сделала фото и отправила вам, вы видели? Цзоянь, это я. Господин Линь. Оставайтесь в Шаолине, никуда не выходите. Не конфликтуйте и не прогоняйте их. Янь, вот еще что. Сяо-сяо, пожалуйста, проверь камеры видеонаблюдения. Посмотри, есть ли среди них подозрительные люди или же подозрительные транспортные средства. Хорошо. Берегите себя. Вы... Мы всегда были в центре внимания, а они скрывались в тени. Пришло время сделать первый шаг.
Вы не понимаете ситуацию, к чему такая шумиха? Безумные. Привлечь к ответственности и восстановить правду, я прав? Алло, говори, я занят. Попросите Линьшеня выйти. Отойдите, пустите! Почему ты здесь? Иди. Грязное заведение. Брат, а когда это закончится? Ты жди звонка босса. А кто ты? Босс меня позвал сюда. Восстановите правду. У меня есть просмотренные записи за эти дни. Вы угадали. Всякий раз, когда возникали беспорядки, машина стояла на одном и том же месте. Когда толпа ушла, она тоже уехала. Полиция! Заплати мне деньги. Зачем идешь за мной? Плати деньги. Как я могу заплатить? Не уйдешь. Отпусти. Стой. Отпусти. Заплати мне, не уходи. Тот же номер, та же машина. Мужчина выглядит знакомым. Что вы делаете? Мы пришли отремонтировать кондиционер. Машина уехала. Поехать за ней? Да, конечно же. Шаонин, не преследуй ее. Сообщи номерной знак в полицию. Почему бы не позволить господину Шао преследовать его? Что, если мы так найдем больше улик? Я уже видел человека в машине. Что? Человек, который нанял людей и создает проблемы, я давно видел его. В нашем последнем тимбилдинге он появился на курорте Фаньцзи. На парковке он пытался сбить меня на машине. Мне не удалось его поймать. Я хотел проверить видео с камер наблюдения на парковке, но отель сказал, по неизвестным причинам неожиданно сломалась камера наблюдения парковки. Тогда это ни к чему не привело. Полиция установила номерной знак принадлежит Синьяо Медиа. Основной акционер Синьяо Медиа – Диан Фан Групп, а босс – Фань Ци. Линьшень, номер твоей идентификационной карты и адрес разоблачили. Ради твоей безопасности останься в доме Сяо Сяо. Хотя мы не знаем, каковы его мотивы, но, по крайней мере, мы знаем, кто наш враг. Суньдон – ключ к истине в этой истории. Если бы он мог очнуться, то в положении Линьшеня был бы прорыв. Я должна что-то для него сделать. Амбулатория. Я сказала, что не хочу видеть вас снова. Госпожа Сунь, уход за пациентом без сознания – долгая битва. Родителям вашего мужа нужно заботиться о детях. Наверняка вам тяжело. Больной долго лежал в постели. Его мышцы атрофируются, ему нужен регулярный массаж. Ладно, ладно. Я могу сама. Вы мне не нужны. Thank you.
Госпожа Сунь, вы за горячей водой? Я взяла немного холодной и собиралась перенести горячую. Госпожа Сунь, температура в самый раз. Можете проверить, теперь она в норме. Господин Сунь сейчас без сознания. Температура не должна быть высокой, иначе он ошпарится. Кажется, за мной следит кто-то в последнее время. Давай ходить раздельно. Береги себя. Госпожа Сунь, я принесла гигрометр. Смотрите, верхний круг — температура. Указатель должен быть в этом диапазоне. Нижний круг — это влажность. Поместите его здесь, и всегда сможете проверять температуру и влажность воздуха. Идите отдохните, я сделаю это сама. Чангли, я не отпраздновал ваш день рождения. Я обязательно компенсирую это. Цы! Садитесь. Официант, этот подарок я должен был подарить вам еще на день рождения. Но, к несчастью, вы уехали раньше. Виновата. Я уезжала в спешке, не было возможности сказать вам. Спасибо большое. Знаете, Лин Шэнь тогда был в беде. Я беспокоилась о том, что он вернется один. Хотя мы с ним и расстались, он по-прежнему важен в моем сердце. Я считаю его своей семьей. Может, потому что я росла одна. Единственный ребенок в семье всегда завидует тем, у кого есть братья и сестры. Я всегда хотела брата. Я чуть не забыла, Ци. Вы говорили, что у вас есть брат. Вы ошиблись. На самом деле я, как и вы, единственный ребенок. Правда? Конечно. Официант. Здравствуйте, вот счет. Спасибо, Цэ. Все нормально. Хорошо. Спасибо. Хватит подкрашиваться, вы и так прекрасны. Готово. Вот. Спасибо. Разве ты не ужинала перед тем, как прийти сюда? Почему снова голодна? Это был совсем не ужин. Не смотри в телефон во время ужина. Я ищу пару запонок. Долго не могла найти. Дай подумать. Вот эти. А, эти. Похоже на вещи из традиционного магазина костюмов. Откуда ты знаешь? У моих родителей было ателье по пошиву одежды. Я видела этот аксессуар. Но сейчас мало молодых людей, которым это нравится. Лоло, ты должна мне помочь. Мы искали 2 дня. Надеюсь, узнаем что-нибудь в этом магазине. Я слышала, он с вековой историей. Здравствуйте. Здесь есть кто-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, мастер. Добро пожаловать. Вы здесь, чтобы сшить костюм на заказ? Мастер, мы хотели бы спросить вас кое о чем. О чем? Мы хотим узнать, видели ли вы когда-нибудь такие запонки? Подождите минуту, дайте подумать. Хорошо. Смотрите. Это... Точно, такая же. Вы пришли в нужное место. Это наша оригинальная разработка.
Мы сделали всего несколько таких. В других магазинах найти невозможно. Значит, вы продали несколько таких раньше? Немного. Можно пересчитать по пальцам. Видите? Только этим людям. Такую, как на фото, за последние годы я сделал только одну пару. Когда носите, не станете беспокоиться о наличии таких же у других. Смотри, у него особенная запонка, сапфировая. И кажется, она не подходит к его костюму. Чтобы найти эту запонку, мы с Янь Ло посетили несколько магазинов, и в итоге нашли ее в магазине вековой давности. Заказ на запонки сделал Лу Янь. Лу Янь. Сомневаюсь, что Лу Янь — человек-загадка. Не может быть. Почему? Потому что Лу Янь уже умер. Детский дом Тэньсинь. Раньше здесь жили Фаньцы и Луянь. Посмотрите на эту фотостену. Они разместили здесь фото, когда вернулись. Фаньцы? Луянь. Фаньцы раньше звали Луцы, но Луянь был немного упрям. После усыновления фамилию не поменял. Луянь тоже возвращался? Фаньцы вернулся и повесил фотографию за своего брата. Фаньцы и здесь. А кто этот мальчик? Кажется, он довольно близок к братьям. Я так стар, у меня плохая память. Я забыл его лицо. Его зовут Хуан Юань. Он поступил в детский дом в том же году, что и Фаньцы с Луянем. Сначала пришли Фаньцы и Луянь, а Хуан Юань стал их соседом. Что ты делаешь? Что происходит? Все в порядке, учитель. Мы просто играли. Мы разбили чайник и случайно порезали мне руку. Играете? Тогда почему все трое убежали? Они издевались над ним. Нет. Они испугались, как увидели кровь, и убежали. Скажи мне, что случилось? То, что сказал Хуан Юань, правда? Разбитый чайник порезал ему руку. Лучше принести лекарство. Какое лекарство? Поспешите в лазарет. Но с того случая все трое детей сблизились. Они были неразлучны. Рана Хуан Юаня вот здесь? Должна быть здесь. Теперь все улики проясняются. Изначально Фаньцы звали Луцы. Их бросили, когда они были маленькими. Они жили в детском доме. Позже их усыновили разные семьи, и у них появились разные жизни. Фаньцы усыновил бизнесмен, и он уехал учиться за границу. В то время как старший брат менял семьи. Его оставляли несколько раз. Вел нечестную жизнь. Когда вырос, заработал немного денег. И открыл транспортную компанию. Потом он пришел к такому концу. Как умер Луянь? По подозрению в преступлении, он намеренно сбил человека. Пройдемте с нами. Позже его посадили в тюрьму. А там он умер от сердечного приступа. Убитого им человека звали Джо Жуй. Из-за эмоционального беспокойства он приходил ко мне на консультацию. В день аварии он покинул Шаолинь. Наш загадочный человек — это Хуан Юань со шрамом на запястье. Теперь я понимаю, почему Фаньцы пытается меня убить. Какое это отношение имеет к тебе? Я единственный свидетель этого происшествия. Джоу Жуи ненавидел Луяня, да? Согласно заявлению Луяня, из-за переезда Джо Жуй попросил Луяня перевезти мебель. Но во время этого они поссорились. У Луяня высокая самооценка. Он затаил обиду и должен был преподать Джо Жуй урок. Но он не ожидал, что Джо Жуй узнал его.
сказал «А, говори и Б». Потом он поехал убить его. Он человек крайностей. Я всегда думал, что в этом утверждении нет ничего плохого. Но сейчас я думаю, что это непросто. Джо Жуй раньше был финансовым директором Дианфан Групп. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поговорить с господином Фанем. У вас назначена встреча? Нет. Извините, если не назначено, не разрешено входить. Пожалуйста, передайте это господину Фаню. Уверен, когда он увидит это, он согласится встретиться. Здравствуйте. Господин Фань приглашает вас в чайную. Господин Линь, пожалуйста, выпейте чаю. Спасибо. Это вещь, которую вы дали мне. Боюсь, она мне не нужна. Заберите, пожалуйста. Спасибо. Это необычные запонки. Это пара запонок с историей. У любой вещи с историей есть тенденция казаться значимой. Захочет ли господин Фань услышать эту историю? Эта история начинается с двух братьев. Братья рано потеряли семью. Их отправили в детский дом. Они потеряли любовь родителей. Но братьям было всегда достаточно, пока они были друг у друга. Слабый ветер и легкие облака. Линия в небе. Самолет покидает эту линию. Но это продлилось недолго. Дело в том, что братья вели разный образ жизни. Младший получил образование и был усыновлен богатой семьей, в то время как судьба старшего брата была тяжела. И в конце концов он обратился к преступлению. Умершего человека звали Джо Жуй, бывший директор Дианфан Групп. Человеком, который его сбил, был Лу Янь. У него был младший брат, которого звали Фань Ци. Господин Линь, вы же не пришли, чтобы рассказать мне все это? Эти запонки являются главной уликой их братства. Спустя годы младший брат вернулся, и они оба дорожили этим драгоценным братством. Старший брат специально сделал эту пару запонок с драгоценными камнями в качестве подарка для своего младшего брата. Эта пара запонок – родство братьев. Для них это единственная связь и любовь в мире. Когда младший брат принял их, старший брат был счастлив. Брат! Брат! Самоубийство Суньдона имеет к вам отношение? У меня тут тоже есть история. Хотите услышать? Есть человек, который потерял самого важного человека в мире. И он нашел виновного. И поклялся, что заставит его почувствовать вкус поражения. Он заставит его потерять свою репутацию. Но этого недостаточно. Недостаточно? Что еще ты сделал? Разве я сказал, что человек этой истории я? Что? Разве история не прекрасна?
Игра господина Фаня великолепна. Вы меня одурачили. Но то, что вы только что сказали, достаточно, чтобы я подозревал вас. Я предельно ясно выразился. Я говорил о нем. Разве я сказал, что это я? Прекрасная история дарит ощущение погружения. Кажется, моя история была так хороша, что господин Линь ощутил особое погружение в нее. На самом деле, господин Линь, мы незнакомые люди. Причина, по которой я хотел увидеть вас, в том, что я ухаживаю за Сяо Сяо, а вы ее бывший парень. Кроме этого, вы не имеете ко мне никакого отношения. Я слышал от Сяо Сяо, что ваша мама очнулась в больнице. Поздравляю. Но не забывайте, вы участвуете в судебном процессе. Слышал, семья жертвы жестока. Будь я на вашем месте, вместо того, чтобы говорить здесь глупости, тем же успехом я мог пойти утешить семью жертвы. Если они поедут в больницу и причинят боль вашей матери... Ты мне угрожаешь? А что, я не прав? Сунь Дон очнулся, но потерял память. Как вы посмели прийти сюда? Убирайтесь! По делу Цуфаня нет прорыва. Я подумала, когда Сунь Дон начнется, мы сможем оказаться ближе. Кто бы мог подумать? Сейчас мы должны найти способ помочь ему восстановить память. Госпожа Сяо, думаю, это черный цейлонский чай. Господин Сунь, у вас чудесное обоняние. Я помню, что у Сунь Дона очень чувствительное обоняние. Каждый раз, когда я меняю аромат в офисе, он может почувствовать это. Он любит пить чай. Что касается черного, он может определить происхождение по запаху. Может, попытаемся пробудить его обонятельную память? Обонятельная память? Это то, чему ты учил меня. Обостренное восприятие у всех разное. Большинство людей обладают визуальным восприятием, некоторые слуховым чутьем, а у Сунь Дона превосходное чувство обоняния. Например, ты рассказал мне историю. Люди потеряли друг друга. Но когда они встретились на улице, они все еще ощущали друг на друге духи 20-летней давности, так же, как и я. Что насчет тебя? Я имею в виду, когда я чувствую запах кленового сахара, я думаю о тебе. Давай, попробуй свой эксклюзивный вкус. Теперь у тебя есть мой эксклюзивный вкус. Компания кислородной промышленности Лютена, ЛКП. Возьми. Это твой любимый фрукт. Помнишь? Все нормально. Давай попробуем другой. Съешь еще. Помнишь? Господин Сунь, госпожа Сунь, разве я не говорила вам больше не приходить сюда? Я принесла господину Сунь ароматизатор для сна. Я уйду, как только поставлю. В чем дело? Что это за аромат? Я где-то ощущал его. Правда, госпожа Сунь, это аромат моего офиса. Аромат в памяти господина Суня. Вы что-то вспомнили? Вы правда?
правда поможете ему вспомнить, верно? Сейчас у нас хорошее начало. Можем использовать обонятельную стимуляцию, чтобы пробудить больше воспоминаний. Это правда сработает? Но вы не боитесь, что когда он все вспомнит, он обвинит Линшеня? Я верю в Линшеня. Это определенно не то, что вы думаете. Госпожа Сунь, вы можете дать мне еще один шанс? Алло? Полицейский Чен? Понимаю. Госпожа Сунь? Госпожа Сунь, полицейский Чен сказал, вы тоже были проинформированы. Известны результаты записи. Ее отредактировали и намеренно изменили. Это невозможно. Запись была найдена в телефоне моего мужа. Кроме того, кто будет трогать телефон моего мужа и помещать в него поддельную запись? Но это также показывает, что это дело не такое простое, как мы думали. Госпожа Сунь, если мы не раскроем правду в ближайшее время, господин Сунь окажется в опасности. Это то, чего мы не хотим больше всего. Полиция развеяла мои подозрения. Чтобы помочь Суньдону восстановить память, я раскрою правду и найду настоящего виновника. Это наш приоритет. Поверьте, наши действия будут нацелены на сотрудничество с полицией. Врач, почему мой сын в таком состоянии? Эта часть представляет собой гиппокамп памяти. МРТ показывает, что его деятельность гиппокампа неактивна. Это может быть отравление угарным газом, вызванное гипоксическим изменением в центральной нервной системе, которое приводит к амнезии. В нашем магазине представлено самое большое количество ароматов. Алойное дерево, сандаловое дерево, кипарис, османтус, комплексные ароматы другие. Все, что пожелаете. Могу я купить все? Конечно. Тогда в этой ситуации сможет ли мой сын в итоге выздороветь? Как правило, при своевременном лечении в гиперборической кислородной камере вероятность выздоровления высока. Если Суньдон и Фанци тесно связаны, он должен знать аромат в офисе Фанци. Этот индийский сандал имеет нежную текстуру и насыщенный аромат. Это лучший сандал. Слабый ветер и легкие облака. Линия в небе. Самолет покинул эту линию. Почему песня, которую напевает Фанци, похожа на ту, что выучила дочь Суньдона? Есть ли между ними какая-то связь? Амбулатория. Господин Сунь, ваш проект не прошел нашу оценку рисков. Господин Сунь, осмелюсь сказать, интернет-бизнес не ваш конек. Зачем вы взяли в долг столько денег? Сейчас придут кредиторы. Что нам сделать? Если вы поступите так, вы сможете решить проблему своего долга. Что для этого требуется, скажите мне. Не спешите. Сандал с чаем, Дундин Улун. Попробуйте сначала. Поможете справиться с моими трудностями. Я обещаю все, что угодно. Я хочу, чтобы вы обвинили кое-кого. Конечно. Вы будете в опасности. Но не беспокойтесь. Когда придет время, я вытащу вас. Вытащив вас, вам нужно обвинить Линшеня в провоцировании на самоубийство. Запомнили?
Господин Цунь, кажется, ваша память восстановилась. Вы сказали Сяо-Сяо, что ваша последняя любимая песня называлась «Бумажный самолетик». Каждый раз, когда ваша дочь играла ее, вы чувствовали облегчение. Но, боюсь, вы не знаете, кто научил вашу дочь этой песне. Мы спросили ее, от кого она этому научилась. Она сказала, что ее научил дядя. По словам вашей матери, дверь вашего автомобиля была сломана в день несчастного случая. Какое совпадение, что она сломалась именно в этот день? Кто не хотел, чтобы вы выбрались живым? Прежде чем этот парень выбрал вас своей шахматной фигурой, он хорошо изучил вашу жизнь и семью. Он даже навестил вашу дочь. Если он смог причинить боль вам, он может навредить и вашей семье. Извините. Я устал. Я хочу отдохнуть. Тогда отдохните. Когда ты был без сознания, спасибо тщательной заботе и помощи госпожи Сяо-Сяо. Иначе я не знала бы, что делать. Госпожа Сунь, в течение дня проследите, чтобы господин Сунь откинулся вот так. В прошлый раз, когда с мамой Линьшэнь чуть не произошло несчастье, больница хотела обвинить нас, но Линьшэнь заступился. На этот раз он помог оплатить наши счета. Следуйте моему плану. Я обещаю, что спасу вас. Ци? Алло. Офицер Чен. Сунь Дон сказал, что готов сотрудничать с нами. Хорошо. Спасибо. Он обещал мне, если я смогу посадить Линьшэня в тюрьму, он инвестирует в мой проект. Содержание дневника. Фань Ци сказал мне подделать его. Что насчет записи Линьшэня, склоняющего вас к самоубийству? Он прислал мне это после редактирования. Есть ли доказательства, подтверждающие ваши слова? Да. Когда я говорил с ним, я записал это. Я могу уехать. Куда? Очень далеко. Вы так внезапно уезжаете? На самом деле у меня было мало друзей с детства. Обрести в вашем лице друга — это мое счастье. Я давно хотел задать вам вопрос, но не знаю, как спросить. Вы когда-нибудь хотели защитить кого-то? Конечно. Семью. Друзей.
и Линьшеня. Здравствуйте, это дом Фань Ци? Да. Фань Ци там? Нет, его нет. Где он? Как давно ушел Фань Ци? Я не знаю. Кстати, я пригласил вас сегодня по другому поводу. У меня для вас подарок. Откройте, когда вернетесь. Хорошо. Хорошо. Я пойду. Фань Ци уходит. Жди меня. Сейчас буду.